Вы на канале улицы Москвы, ну и сейчас мы побываем в проезде Пушкина и на улице Шама в городе Дзержинске. Здесь вот Пушкинский сквер, бюст Александра Сергеевича тоже, как я понимаю, скверик достаточно благоустроенный. Ну и проезд Пушкина идет между улицей Ленина и улицей Шама. Ну, у нас нету цели досконально по всем улицам в городе Дзержинске гулять, все-таки канал улицы Москвы называется. Ну, выборочно мы здесь тоже кое-где сейчас побываем. Совсем небольшой. Ну, кстати, скверик. Скверик красивый и благоустроенный. Понимаю, ЖК новые котельники там, да. Или другое какое-то место. Значит, там строят, короче, не суть. Вообще было бы, конечно, странно, если вот в котельниках был бы жилой комплекс, комплекс новый Дзержинский. Названием он стремится подчеркнуть, что находится ближе к тому городу, в котором есть метро. Да, походу это продолжение ЖК «Новые котельники». Ну, симпатичные фонарики поставили, вон, смотрю. Ну, что касается улицы Шама, то она незаметная такая вот, довольно-таки. Здесь вот как просто внутридворовой проездик. Ну, названа она в честь Алексея Ивановича Шама, который принимал участие в строительстве первого энергоблока ТЭЦ-22. То есть, можно сказать, герой социалистического труда. И непосредственно относится к городу Дзержинске. Ну, здесь вообще узенькая улочка такая, она представляет из себя внутридворовый проезд. Ну, дом 6 по улице Шама, например. Считай, зашли во дворик. Дома, конечно, тут серенькие довольно-таки, но зато вот есть достаточно благоустроенные детские площадки. Такая вот улочка тут змеей проходит. Эти по-любому еще с
советского времени здесь висят. Я думал, таких уже нет нигде.